Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать про вакуумный загрузчик FLK300, конкретно про его настройки. Итак, у нас есть пульт управления. Заходим в меню номер один. Это время всасывания в секундах. То есть изначально установлено 15 секунд, мы можем поставить меньше. Ну, поставим секунд 5, чтобы было не очень долго. Далее. Есть меню номер 2. Это меню времени остановки. Изначально 20 секунд мы можем поменять. Вот, поставим 10 секунд. Все, с настройками мы закончили. Теперь как это все дело работает? Нажимаем кнопку Run. Всасывание происходит 5 секунд, потом останавливается. Далее у нас открывается заслонка, срабатывает концевой выключатель, и при закрытии он начинает работать снова. Вот. Если же мы не будем, ну если у нас сырье закончилось и концевой выключатель не срабатывает, вакуумник совершит 3 цикла выдачи ошибки. Вот, цикл номер один. 10 секунд отдыхает. Еще раз повторюсь, мы имитируем, что у нас сырье закончилось. Вот. И у нас выдает ошибку о том, что сырье закончилось.